На третьем этапе снятия ограничений по коронавирусной инфекции в Рязани открылись торговые центры, кафе и другие заведения. Кроме того, в городе начали свою работу фонтаны. Работы у нас начались в плановом режиме. После снятия ограничительных мер мы начали проводить работу, техническую подготовку по расконсервации фонтанов. Сейчас проходит заполнение чаш фонтанов водой. По мере заполнения чаш фонтаном все фонтаны будут тут же включаться. Фонтаны заполняются в зависимости от своего размера. В некоторые вода набирается за несколько часов, самым большим требуется двое суток. Объекты будут включаться поочередно. Во время ограничительных мер по коронавирусу проводилась большая работа для поддержания фонтанов в исправном состоянии. Постоянно проводились работы, это сбор мусора, это чистка. И, соответственно, перед заполнением чаш мы еще раз проверили все насосы, все детали, мелкие, крупные, неважно, прочистили все чаши. Стоит отметить, что в течение двух суток заработают все объекты. Первым был введен в эксплуатацию фонтан на площади Театральной. Последним включат фонтан на Московском шоссе около Дворца бракосочетания.